Эй, это северный район. Нария, здесь правит закон. Не тот, что в книгах, а тот, что на улице. Между пальмами прячутся темные истории. Подворотник Гаатона. Делаем бизнес, скопы нас знают, но делают вид, что не видят. Старый рынок, наша явка, там все свои. Под прикрытием фалафеля крутим дела свои. От променада до Штрауса, моя территория. У каждого второго тут темная история. Нария, город контрастов. Туристы на пляже, мы в тени кварталов. Днем город курортный, ночью все по-другому. Знаем все закоулки от центра до дома. В старом порту принимаем товар. Ночью на лодках серьезный навар. На заброшенной фабрике сходки братвы. От Акзива до центра везде наши рвы. Полиция думает, что город курортный, а мы здесь построили бизнес подпольный. В бункерах прячем не только ракеты. В германских домах есть свои кабинеты. На рынке бабульки торгуют петрушкой, а мы за прилавком решаем свои погремушки. Все эти туристы не знают другого района, где правит не мэр, а закон подпольного трона. От Нагори до Аку, подпольная сеть. Кто не с нами, тот против, такая вот смерть. В кафе «Пингвин» встречи под видом обеда, а в старом Реслане считаем монеты. Нария, город двух жизней. Одна для туристов, другая для местных. Променад и пальмы — это фасад, а за ним настоящий жесткий расклад. В заброшенных бункерах темные делишки, на пляже галейки, левые интрижки. Пока менты патрулируют центр города, мы правим районами, где нет их контроля.